Жители Радужного вновь остались без горячей воды и уже не верят, что дефект на теплотрассе устранят в ближайшее время. Сомнения не беспочвенны. Вода из трубы бежала 3 недели. Неподалеку образовалось настоящее озеро. В ситуации разбиралась Валентина Палкина. Первые раскопки во дворе дома 18А на улице Конституции начали еще в мае после опрессовки. Однако сразу отремонтировать не удалось, латали другие прорехи. Жители ждали 2 месяца. Сейчас здесь положили плиту, но асфальта пока нет. А дорогу во дворе отремонтировали только в прошлом году. Едва устранили один дефект, как тут же обнаружился другой. И вновь раскопки, теперь уже в нескольких местах. Если вы скажете, что мы никуда не обращались, ну, сразу после первых раскопок водоканал. В начале августа я сам обращался к Плехову, у нас встреча была здесь. Я был там. Все под контролем. Ну, значит, вот как под контролем. 20 дней бежит вода горячая, кипяток, пар стоит, вот понимаете, 30 градусов, а идет пар. А вот и то озеро, куда бежала вода почти 3 недели. Ситуация сложная, поясняют представители водоканала. Запорная арматура уже не могла перекрывать поток воды ни в ту, ни в другую сторону. И отключить воду, не останавливая котельную, не было возможности. Для того, чтобы произвести замену запорной арматуры, нам нужно было отключать весь поселок Радужный, сливать теплоноситель. Что произведено было вот вечером в понедельник, это 18 число. Вчера были произведены работы по замене, сегодня запускаем поселок. Жильцов волнует и безопасность. Ямы вырыли глубокие, и так практически без ограждения они остаются ни день и ни два. Здесь рядом детская площадка, и очень опасно все эти раскопки. Они хотя бы оградили это все, но дети бегают, это все роняют. Здесь парила 3 недели, вот вода, пар, это все горячее, отгоняешь детей, отгоняешь, и они же не понимают, им же интересно. И вот слава богу, что никаких случаев еще травматических не произошло, но это ведь сегодня нет, завтра может быть. Главный инженер водоканала пообещал, что ремонтные работы будут проведены в ближайшее время. Сегодня вот бригада едет с города Кирова сюда с автокраном для демонтажа плит перекрытия и замены участка трубопровода 159 диаметра на подающем трубопроводе. После этого произведем запуск вот этого района, то есть Конституции 18А, 18Б, улица Новая, ну и там порядка 12-15 домов. Что касается асфальтирования и благоустройства, Валерий Кудияров заверил, через 1,5 недели дорога и бордюры будут. Возможно, успеют и к 1 сентября. Валентина Палкина, Игорь Охотников, Вести, Киров.